пока не выпита крайняя рюмка или крайний бокал, отмечая чемпионство, сезон не закончен. И вот на данную минуту мы только собираемся приступить к этому процессу. Хотелось бы, чтобы он получился длительный, насыщенный. Нам действительно сейчас надо это совместить с вручением медалей чемпионата России. Мы сегодня не только выиграли единую лигу, но и стали чемпионами России. Минимум официальщина. Хотим сделать такое, ну, совершенно неформальное мероприятие. Несмотря на то, что мероприятие традиционное, мы в новом месте. Сезон сегодня для нас закончен. Закончен победой в Лиге ВТБ. Все довольны. На положительной ноте закончить этот сезон и перейти к отмечанию в этом замечательном месте, где собралась наша вся команда молодежная, основная, офис, все наши фанаты. Мы все здесь. Много людей здесь, которые впервые стали чемпионами. Это касается и игроков, касается работников клуба. Я за них особенно рад, их поздравляю. И, конечно, выигрывать финалы – это особенное удовольствие. Плей-офф тоже доставляет радость, но именно выиграть финал – это такое особое эмоциональное, что ли, составляющее в этом. Поэтому отличное настроение, и в отпуск кто-то уйдет, все точнее, ну, кроме менеджмента клуба, уйдут, не сомневаюсь, в хорошем настроении.